Члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову во Франции предъявлено обвинение в уклонении от налогов и отмывании денег. Как считают местные правоохранительные органы, гражданин России совершил эти действия через махинации с недвижимостью. При этом суд решил отпустить господина Керимова под залог в 5 миллионов евро, запретив ему на время расследования покидать пределы департамента. О том, что Сулейману Керимову в ночь на четверг было предъявлено обвинение, сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претер. Сенатору инкриминируется неуплата налогов и отмывание денег по французским законам. Эти преступления могут повлечь лишение свободы на срок до 10 лет. Впрочем, как показывает практика, досудебного процесса может и не дойти, если фигурант погасит причиненный им ущерб. Как уже сообщал ЯТЬ, вчера господин Керимов был доставлен в суд на допрос. По его результатам, судья принял два важных решения – о начале расследования в отношении Сулеймана Керимова, а также о залоге в размере 5 миллионов евро, по которому сенатор вышел на свободу. При этом суд решил, что господин Керимов должен сдать свой паспорт, не может покидать департамент Приморские Альпы, а также должен регулярно отмечаться в полиции.